ну давай трупу попробуем за 200. Это бред? Я не прав? По-моему, я вот и попал в эту ловушку. Я не знаю, я не просто нажал, я видел, как у Петра получается. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, и поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Что с блинами искусила? Ну, короче, они немножко там... Мы продолжаем. Что? А мы только начинаем. Что с ними? Пираты начали вкус вилла. Что, блин, с блинами вкус вилла? Что с ними? Короче, они запостили сперва статью про то, что все покупатели важны, и сняли там ЛГБТ-семью. А потом на них что-то, ну, на них начали наезжать, очевидно. Они дали заднюю и сказали, что нет, это не профессионализм сотрудников, мы их уже уволили. Вот, и мы извиняемся за то, что вообще такое было. Мы реально против. Их отменили. Да, что-то они, конечно. А где они нашли ЛГБТ-семью? Это еще и реальная семья, не актеры, они реальную семью сфоткали. Так, ну что? Так я, если что, готов начинать. Подожди, Влад, я правильно понял, что ты меня пидором назвал, когда до меня так долго доходит? Что, Влад, ты охренел? Блин, ну ладно. Нет, я про то, что ты поддерживаешь. Я поддерживаю. Я не буду с тобой разговаривать больше. А как ты отвечать будешь? Ну, сейчас поиграем и расход вообще. Вы видели, кстати, отзывы на вкус вели? Их пишут, ну, любые вообще. Просто открой картофель, отзывы. Там будут такие отзывы, типа, вчера был плохой картофель, сегодня хороший, буду брать. Жена съела, отравилась, а у меня все нормально. Очень, очень длинный и развернутый на любую поеботу вообще. Я не знаю, что это за люди. Там. А вот интересно, настоящие люди пишут или... Ну, по-любому настоящие. Вкус вилл. По-любому настоящие. Нет, там вкус вилл тоже дает описание, но люди пишут такое, как будто у них жизни нет. Просто все вокруг этой черешни вертится. Черешня нормальная, если помыть хорошо. А если плохо, вот деда хоронили вчера. Ну что, тогда давайте начинать. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня, кстати, юбилейный 20-й выпуск моей игры. Вот, это про киношки выпуск. А в гостях посмотрите только кто. Когда они сказали, что ну да, ладно, ну как бы, ну ладно, так и быть, мы поучаствуем, я реально обрадовался. Константин Широков, стендап-комик, ЧКГ-подкаст, CCKH-подкаст, тут история. Все смотрю про Анну Франк выпуск, кстати, очень понравился, очень смешно было. На болейн, дурак. Блять! Вряд ли я сделаю про Анну Франк юмористический подкаст. Анна Франк, было смешно, ты серьезно? Ну да, там панчик из стороны кидать, но немного. Где-то здесь прошли ножницы, я чувствую. Не-не-не, я это оставлю так, потому что это последний раз, когда Костя смеется в этом выпуске. PLC, ну, основатель же, да, батл-рэпа, ты еще не открещиваешься от этого? Все нормально? Отец батл-рэпа российского. Я не верю, не говорил. А, ты так не говорил? Ну ладно. Мы просто спиздили. Ну, я не утверждал обратного. В общем, да, и рэп-исполнитель прекрасный, по-моему. Недавно вот вышла песня «Боевики с Анакондасом». Я в этот момент подумал, ну, за фильмы придется тогда постоять, да, перед пацанами. И Петр с канала «Киноогонь. Пожарная команда». Ну, на мой скромный взгляд, лучший канал на Ютубе про кино. Смотрю несколько лет. Я пришел сюда за этим. Все, давайте, пока. Спасибо, что позвали. Вот, ну, в общем-то, участники готовы разрывать. Мы тут сидели полчаса, говорят, ну все, уже накинь мне вопросиков побыстрее про кино. И тогда давайте начинать, да? Да. Так, только я не нажал. Готов. Костя пристыдил сразу, конечно. Ну да, я поплыл, блядь. Я вообще здесь ни при чем. Было бы странно, если бы я оставил это без внимания. Ну да, про Анну Франк действительно. Снимаю юмористическую передачу. Ну все, ладно, реально хватит. Прости, но я не... Лучше вот посмотри темы сегодняшней игры. Здесь вы видите темы, ну, собственно говоря, всех трех раундов.
А теперь вы увидите темы первого раунда, и я вам расскажу, что это за темы, пока мы узнаем, что Владимир Хиль, автор игры, ну, действительно, уважение мужчине. Так, первая тема, 50 оттенков, ладно, не слишком быстро, я не успеваю так быстро говорить, поэтому я просто нажму на паузу, и я переиграл это приложение. В общем, да, вы видите сейчас 5 тем, это тема первого раунда. Тема 50 оттенков, вам нужно по скриншоту, я не знаю, так это называется, ну да, назвать фильм, в названии которого, собственно говоря, есть какой-то цвет. Да, mm-hmm. Вот. А время вспять. Описание фильма, если бы, ну, нужно назвать фильм по описанию, если бы события происходили там в обратном порядке. Джим Керри, по эмодзи назвать фильм с Джимом Керри. Я думал, что это опять случилось. Ладно, прошу прощения. И разрешите представиться, просто назвать всех персонажей, которые будут на экране. Вот, там один или двое. Все очень просто. Их имена, имя, фамилия, если есть отчество, то обязательно. И труппа по... Ну, с Кинопоиска вырезана, если честно. Да, там, в общем, кто сыграл главные роли в каком фильме. Ну, вам нужно назвать этот фильм по актерам. Все? Все понятно? Если что, могу повторить. Что угодно. Да, понятно. Все понятно. Так, ну давайте, давайте игру начнет PLC. Потому что мы с ним просто дольше знакомы. Нужно нажать на что-нибудь. Вот, да, я сделал тебя ведущим снова. Выбирай, выбирай, какой хочешь вопрос. Тыкай на него мышечкой. Разрешите представиться, 300, и у меня ничего не тыкается. Я уже забыл, что там. А что там разрешите представиться? Нужно назвать всех по именам и фамилиям. Так Костя отвечает. Так, а я называю кого? Это героев или актеров? Героев, да, героев. Герои, ну этот Малдер и Скалли, собственно. Агенты, агенты ФБР. А ладно, Костя, конечно, имена не стал с тебя просить, но... Да, духовные, так, как ее, Джиллиан... Не-не-не, имена персонажей, Леонардо. Ну да ладно. Ну ладно. Так, Костя, ну давайте выбирает. Тогда решите представиться 200. А, я не смогу. Так, Костя... Зачем ты Яга, Ябу. Яга, Ябу. Да, да. Что такое, Сергей? Казалось, что ты первый нажал? Конечно, уже второй раз. А прям нужно вот уничтожать мышкой эту кнопочку, потому что... Так, ну давайте вообще за 100 разрешите представиться. Ну давайте. Так, Костя. Блин, это этот мистер Литл. Не так его зовут, да? Нет, да. Давай имя с фамилией нужно, ну, Константин. Блин, я нет, ребят, я в минус. Точно? У тебя есть еще секунд 10. Ну, какой-то мышонок. Ну, Литл он какой-то. Какой-то Литл, да? Нет? Не, один раз имя не потребовал, ну, не сейчас. А как его зовут? Так, Петр. Это Стюарт Литл. А, Стюарт Литл. А, все, точно. Так. Ну, давайте разрешить представиться, добьем за 400. Ну, давайте. О, блин. Так, Пилси. Я просто нажал кнопку. Это ты знаешь. Блин, а как его звали? Это какой-то чувак, я не знаю, что это. Это чувак со сбоя. В этом... На острове, да, он там жил, он нарисовал себе. Ну, назови имя какое-нибудь, да, у тебя есть секунда. Как его зовут? 7 есть еще. Ах, ну... Пятница. Нет, к сожалению, нет. Так. У нас друг купил этот мяч сейчас, где-то, по-моему, типа в спортмастере буквально, и мы постоянно кричим «Уилсон!» Ну, правильно кричите. О, да, круто, круто. Петр крут. Так. Разрешите представиться за 500? Ну, имя, фамилия нужно. Ой, нет, блин. С этим плохо. Это Норман Бейтс. Да? Блин, Норман Бейтс. Ужас. Вылетел из головы. Джим Керри за 200. Я придумал, я буду... Эйс Вентура. Эйс Вентура, ребят. Может, тогда тупой еще тупее? Да.
А, там попугаи. Не совсем точное изображение попугая. Ну, эмодзи какие были. Да. Это очень похоже на Эсвентуру. Время вспять за 100. Так. А фильм о том, как корабль всплывает, на него приплывают люди, Ди Каприо стирает картину, Костя. Титаник. Молодец. Так, я понял, я буду в минус играть. Я решил Джима Керри. Ты сможешь, давай... ты сможешь. Ну, давайте будет. Джим Керри за 100 попробуем. Ну давай, попробуй. Эйс Вентура! Да! Эйс Вентура! Минус 300, погнали. А, теперь я выбираю, давай, Джим Керри, 400, вот так вот. Дети, полицейские, Эйс Вентура 2! Я и Рен. Да, блин, да. Там вот, если что, можете почитать, да? Что означает? Блин, точно. Давайте 50 оттенков попробуем за 100. В названии фильма цвет, если что, напоминаю. Так, PLC. Розовая пантера? Да, я начинаю читать по губам, потому что немножко отстает. Но я смотрю в камеру и вижу, что ты правильно отвечаешь. Но там на полсекунды отстает звук, но не страшно. Йота? Это лучшая реклама Йоты была. Так. Это Ред. Да? Точно, да. Блин, Ред. Интересно. Ну, давайте трупу попробуем за 200. Так, ну, все темы попробовали. Вечное сияние чувства разума. Да? Трупы за 100. Ну, кто быстрее нажмет, называется игра. Так, PLC. Матрица. Да. Матрица. Небольшой трейлер, четвертая часть. Так, а робот крадет последнее растение с корабля людей, возвращается на землю, прячет его и начинает разбрасывать мусор. Костя. Валли. Правильно. Ура. Так, ну давайте время вспять 300. Фильм о том, как Ричард Гир превращает Джулию Робертс в проститутку. Костя. Красотка. Да. Я опять думал, я первый. И туда же сейчас... Время вспять за 400. Фильм об обычном человеке, который живет и стареет. Так. Это Бенджамин Баттон тогда. Да. А первый раунд, если что, легче второго и третьего, вы там сильно, наверное, нет. Не радуйтесь. Время вспять за 500. Мультфильм о том, как герой войны отрекается от своего титула, переезжает в деревню и меняет пол. Так. Улан? Да. Хорошо. Давайте трупу за 300. PLC. Я не знаю, почему я нажал. Так, у нас тут Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот. Понятия не имею. Ну, опять я ебал-то. Ну, секунд 7-8. Я не знаю. Нет ответа. Эдвард Нортон и Лив Тайлер в одном фильме, не видел такого. Нет, да? Еще Тим Рот. Петру нельзя давать. Нет, ладно, нет. Костя! Это Халк. Ну... Это Халк, алло. Ну, да, я засчитаю, он там невероятный, конечно, Халк. Но, да. О, господи, он там невероятный Халк, извините. Да, а ты чуть не смотрел, посмотри, там невероятно. Так, нет, я смотрю. Так. Так, пускай будет, да, Джим Керри за 300. И что со мной не так?
Так. Ты лжец? Да. Обладатель. Влад, во что ты мне... Полный DVD-коллекции с Джимом Керри. Правда, не сложать, к сожалению. Так, ну и последнее. В Джиме Керри Константин. Блин, я понял, что сначала надо нажать, а потом думать. Угу. Так, наверное, это этот шоу Трумана. Это бред? Я не прав? Я еле за косарь вышел. Блин. Да сейчас вопросы будут дорогие, вы легко. Человек на Луне, может быть, какой-нибудь? Нет, к сожалению, нет. Это Маджестик. Да, да, да. Точно. Блин. Я не знаю, почему я подумал, человек на Луне, ну ладно. 50 оттенков запрещен. Так, Константин. А при чем здесь... А, красный, он как... Он красный дракон какой-то, да, он был? Да, да, да. Точно, фу, слава богу. Так, что там осталось? А пусть будет труппа за 400. Кевин Спейси, Джефф Бриджес, Кэрри Маккормак. Остальных не буду читать. Так. Может быть, это планетка Апекс. Да? Да. Влад, ты меня опозорите. Не-не-не, да ты выберешься, ну, я тебе говорю, из минуса. Люди. Добьем труппу за 500. Я знаю, это этот... Блин, сам фильм-то... Буря, как она? Блин. Сейчас, дайте секунду. Да, у тебя есть секунда. Повелитель бури. Ну, это повелитель бури. Ну... Господи, слава богу. Боже. Ну все, прекрасный. Респект от пацанов в комментариях уже будет, как минимум. Нет, фильм горячий. А, я, ну, 50 оттенков за 400. Пас. Так, «Черный лебедь»? Да. О, блин. Рано сдаетесь. Да. И 50 оттенков за 500, последнее. Костя. Нажал зачем-то просрать 500. Зачем? Блин, ну что-то с цветом, ё-моё. Нет, зачем я нажал на самый дорогущий? Багровые реки. Да, блин, это багровые реки. А что же еще? Ну, конечно. Ура. Фух. И по итогам первого раунда PLC имеет минус 900 очков, Костя 1900 очков, и этот, как его, 4500 очков. Желаем удачи игрокам во втором раунде. Почему, когда Петр отвечает, кажется, что ему сразу полтора накидывается. Я занес перед игрой. Так, и, собственно говоря, начинается второй раунд. Сейчас я вам объясню темы второго раунда. Ансамбль, первая тема, то же самое, что было труппа, только теперь по касту нужно назвать сериал. Вот. История в объективе. Вы увидите фото, и там, ну, в общем, всякие фото, которые с актерами, да, но это не скриншоты из фильмов. Вот, и там на разных фото вам нужно будет назвать либо события, либо актера, который на этих фото, либо чем это фото знаменито. Вы откроете, собственно говоря, вопрос, и я вам скажу, что тут нужно назвать. Лучше и не скажешь, вам нужно продолжить цитату из фильма, там, мультика или еще чего-то. Милые монстры, ну, собственно говоря, по всякому такому необычному существу нужно будет назвать, откуда он, из фильма или там еще чего-то. И ребусы, нужно название фильма, в общем-то, по ребусу. Все просто. Если что, повторю, давайте, говорите, признавайтесь. Все, понял. Угу. А PLC выбирает вопросик. Ансамбль за 200. Так, назовите сериал. Ну, ребят, тут просто Константин. Ну да, Игра престолов. Да. А, я опять не успел? Да. Извини. А смотри слева, там слева, в общем, пишется, кто отвечает. Чисто интересно, что такое история в объективе за 400, давайте. А тут нужно назвать хотя бы троих из 4...
ты прям сразу так. Я не знаю, я подумал, три мушкетера будет достаточно сказать. Ну да, да. Нужно назвать. Ну, фамилии актеров, да, хотя бы троих из четверых назови. Вот как только ты это сказал, они навсегда вообще из памяти ушли. Вот только вообще. Я только что помнил двоих слева. Ну, Боярский, понятно, вот двое слева, ну, я же знаю. Ну, постарайся, у тебя есть еще секунд 10. Нет, это не это ужас. Это. Так там написано, наверное. А да? Там написано. Смирнов, даже, там. Смирнов, один из них Смирнов. Нет. Мир. К сожалению, время уже заканчивается. Один из них Смир, точно. Нет. Ну все, я сдаюсь в любом случае. PLC и этот как его имеют сейчас шанс ответить, забрать этот вопрос. Я помню только двоих. Я вот все. Накрыло. Тех, которые сзади, ну, я не помню. Ну да. Как остальных зовут, я не знаю. О, я знаю. Портос, Портос, Арамис, Д'Артанья. Один какой-то Смехов, вот Смехов, Вениамин Смехов, да. Но, да. А Игорь Старыгин, да. И Валентин Смирницкий с ними были еще. Смирницкий, точно. Так, Константин. Так, это опять у меня минуса, да? Так, давайте этот, за 400, короче, цитаты, лучше не скажешь. Давай. А цитата из фильма «Области тьмы», не совершай классическую ошибку всех умников. Переоцененное кино. А что нужно сделать, закончить цитату? Да, продолжить цитату. До этого дня я думал, что я хорошо помню «Области тьмы». Ну, тут я еще... пока. Тут еще пацанские паблики, конечно, могут помочь. Вдруг кто подписан. Не совершай классическую ошибку всех умников. Не думай, что нет людей умнее тебя. Ладненько. А, Константин, все еще вы выбираете. Ну давай, так, за 200 тогда, цитату за 200. Что ответил Гомер Симпсон на вопрос, что вы выберете, пиво или спасение души? Угу, все как чипы. Спасение пива. Ну. Нет мыслей, да? Не семей философии Гомера Симпсона, к сожалению. Да, переоцененный мультфильм. А какое пиво? Если что, вот посмотрите, собственно говоря, вам. Отлично. Ладно. Так, за 400 ансамбль. Константин. Друзья, товарищ, друзья, конечно. Ну что это такое? Что-то у Константина самая быстрая кнопочка, конечно. Да. Слова моей подружки. Ансамбль за 600. Так, это Декстер. Кто Декстер? Ой, краснодарская йота, походу, не дает отвечать. Ансамбль за 800. Я сразу отвечаю. Так. Блин, я не знаю. Что-то знакомое, Сейчас. Серега отвечает, да? Так. Да. Вот особенно, кстати... Я помню вот эту актрису Эмили Уотсон. Так. Всех не знаю. Так, минус 1800. Иду на рекорд. Погнали. Не-не, подумай. Сейчас будет. Я не знаю. Нет ответа. Назови какой-нибудь сериал, который тебе понравился. Просто посоветуй сериал какой-нибудь посмотреть. Серега, попробуй «Мост» сказать. Это «Мост»? «Мост». Это не «Мост»? Так. Это «Чернобыль». Да. Это «Чернобыль», блядь. Сергей, прости, я уже болею. Ну, «Мост» там тоже был. Ничего страшного, я иду на рекорд. Да, они похожи. Блин, там этот... Блин. Придерживаюсь выбранной стратегии. Ладно, тогда дойдем до конца ансамбля. До 1000. Давайте. Так, это Рим.
Реал Рим. Ну, легкая тысяча, я смотрю. Легкая тысяча, да. У меня нет никакой жизни, кроме тебя. Можно ли назвать это легкой тысячей? Ну, не знаю. Так. Ребусы за 200. Ну, тут просто два слова, да, так, Костя. Это... Это не король говорит, это что-то другое. Я почему-то вдруг подумал, что это король говорит. Так, дай секунду. Это... Нет. У меня нет ответа. Блин, как стыдно. Не знаю. Скажи что-нибудь, вдруг ты попадешь. Но это не король говорит. Наверняка есть фильм «Король вечеринок». «Король вечеринок», точно. Точно. Нажимай. Вижу «Король вечеринка», нет? Да-да-да. Вы только не подсказывай. Принажми. Принажми. А, вечеринок или что-нибудь. Да, такое. Да. Абсолютно. Блин. Так, PLC. А, я выбираю. Да? Ребус. Ой, а что у меня не выбирается? А вот все, вот выбралось. А, тоже два слова, собственно говоря. Одно на первой картинке, второе на второй загадано. Ладно, давайте так. Как чувствует себя собачка? Грустно. Ну, немного другое. Печально. Стыдно. Виноваты звезды. Блин, точно. Ну, посмотри, эта собачка явно себя чувствует виновата. Круто. Виноваты звезды. Неплохо. Для ребусов, мне кажется, надо еще подкачаться. Так, Константин. Из какого фильма? Это Чубакка, «Звездные войны». Да. Держи свои 200 очков. Спасибо большое. Ну и давайте тогда «Милые монстры». Я еще одного знаю. Может быть, он будет за 400. Так, Костя. Это что такое? Прости, прости, Сергей, это Альф. Да. Это ты. Я все еще знаю одного монстра, поэтому за 600... PLC. О. Гремлины. Да, да. Гизма. Это. Да. Ну вот и все. Сейчас еще на что-то одно ответишь, и вот, считай, вышел из минуса. Блин. Так. PLC. Это, наверное, какая-нибудь «История дракона» или как так она называется, нет? Что за такое? Это ответ? Ответ «Дракон». По-моему, «История дракона» это называется фильм. Ну, в общем, нет. Что-то такое, нет? Нет. Ну, все, минус 2700. Константин и Петр. Нет, пас. Я пас. Тот уникальный случай, когда кадр ничего не говорит, к сожалению. По-моему, в детстве смотрел такой фильм. Да. Ну, не то, что я знаю, что смотрел, но я вот точно его много раз на СТС видел. Ну, что там про дракона точно есть? Да, сердце дракона. Ну, я рядом был. Да. Я выбираю. Да. Ну, давай. Вот 1000. Так. Каждый раз я думаю, как это так Сергей делает? Да, я думаю, как это он не нажимает, допустим, там... Сейчас скажу, как это называется. Куда что-то там, где живут монстры, как чудовище, как это как? Да! О, да! Поздравляем! Вот так вот. За 600 там вот это вот, ну, Сергей, так. Не надо, как бы, за 1000 дайте. А, я выбираю. Да? Ну, конечно, после таких правильных ответов всю игру будешь выбирать. Так, ребусы 600, ребят, ну.
Так, Константин. Интервью с вампиром. Я понял, как да, это делается. Да. Попробуем еще разок на этот ребус из 800. Слева название шоу нужно вспомнить. Да, это... Какие-то уральские пельмени. А вот есть такой фильм? Да, «Убойный Петр? Футбол». Да, убойный. Да. Я вот с тем чуваком пил наливку, но как команда называется, не помню. История в объективе действий. А здесь нужно назвать, чем это фото знаменито, Константин. Ну, это самое крупномасштабное селфи на Оскаре. Его ну, замутило как раз Эллен ДеДженерис. Ну, не крупномасштабное. Ну, никого, ну как, ну, селфи. Ну, хорошо, а. Что тебе еще нужно? Эллен ДеДженерис попросила сделать селфи. На него откликнулся Брэдли Купер. Что в итоге с этим селфи? Как оно вошло в историю? Не самое, ну, крупномасштабное. Ну, он, типа, наверное, какое-нибудь самое большое количество лайков, что-нибудь такое. Ну, да, да. Оскаров. Самое популярное. Да, ну, ретвитов там самое большое. Извините. Короче, самый популярный твит, по-моему. Ладно. Итак, я верю в цитаты. Лучше не скажешь за 600. Стэн Ли, комиксы как сиськи. Они прекрасно выглядят на компьютере, но... Образовательная рубрика пока. Мы узнаем цитаты великих людей. За цитаты вообще прекрасно выглядят на компьютере. Думайте как 90-летний мужчина. Не, на самом деле очень логично, реально, вы вот, ну, вообще все поймете, когда увидите. Вживую, типа, лучше. Так. Вот, ну, а дословно надо или примерно? Вживую, ну, типа, пощупать лучше, прикольно. Так. Ну, давайте, да, засчитаем. Ну, смысл? Давайте, засчитаем, да, лучше бы я держал их в руках. Да, да. Фух. Да на, вот так вот. Тут любовь голуби. Справа голуби, видимо. Так. Любовь, борьба, борьба, любовь к борьбе. Любовный поединок. Надеюсь, это видео не попадет в определенную это что-то про... Там, на второй картинке ни одно слово. Ни одно слово загадано. Несколько. Два, по-моему. Ну, три с предлогом. Ну, в общем, нет. Это любовь, сбивающая с ног. Сильно. Так, PLC. А только... Ладно. А назвать кто, кого я вот черным овальчиком замазал? Так, Константин. Это чисто Анджелина Джоли. Да, реально. Я думал, это угар какой-то. Окей. Да там не даю. Это тебе не про Анну Болейн там шутить у себя. Не смешно, она уже всю Африку украла. История в объективе за 800. С каким событием связано это фото? В общем, да, ну вы знаете этого актера, да? Так, Константин. Не совсем понятно, ну, почему ты спрашиваешь? Это... Но почему фильм... он... Это не это фильм. Фильм «Король». Так, это не фильм? Это не фильм. А почему он на пожарной машине? Он действительно работает сейчас. Это будет 11 сентября тогда. Тогда да, хорошо. В общем, он, да, он работал пожарным, и после событий 11 сентября вернулся, чтобы помогать. А, я думал, это король Стэнтон-Айленда. Ну, пускай это будет история в объективе снова. А здесь нужно назвать просто актера, который на этой фотографии. Так. Петр. А, ну, Стэнтон, правый крайний, да. Да, тут весь ответ аж не влез. В общем, он был прыгуном в воду, да, и он сфотографировался со своими кумирами, спортсменами из России. А сам он был, ну, не очень хорошим прыгуном в воду. Потому что в воду нельзя прыгать, обмазанным в масле, наверное. Так. Важно.
Ну, статус за 800. Это то, что заменяет мне вид из окна. О чем говорит Ганнибал Лектор в фильме «Молчание ягнят»? Недавно пересматривал. Ладно, дурацкое предположение. Он может говорить это о запахе Кларисы? Нет. А! Может, это ее глаза, но я нажимать не буду. Память. Лучше не скажешь за тысячу. Цитата из фильма «500 дней лета». Знаешь, что самое стрёмное? Осознание того, что все, что ты, во что ты верил. Константин. Ну, может быть, не очень точно, полная херня. Да. Абсолютно чушь. Чисто легкий косарь поймал. И по итогам... Надо нажать. Да. А по итогам второго раунда у PLC минус 100 очков. Этот, как его, имеет 6700 очков. И Костя вырывается в лидеры с помощью вопроса про абсолютную чушь. 7300 очков. Итак, начинается третий раунд. Сейчас я вам объясню все. Это последний раунд? Да, это последний раунд. Так, звук. Что у тебя со звуком? Все хорошо тогда. Арт-постеры, нужно назвать фильм, в общем, по арт-постеру. Режиссера, вы увидите там три обложки, да, фильмов. Нужно назвать режиссера, который снял все эти фильмы. Трудности перевода, вы увидите название фильма, ну, оригинальное как бы. И нужно назвать то, как его обозвали российские вот эти вот ребята, которые называют фильмы. Уже было в «Симпсонах», там скриншоты из мультсериалов, в которых пародировался какой-то фильм. Нужно назвать этот фильм, который пародировался в этой сцене. А чего-то не хватает, вы увидите фото, которое как бы скриншот из фильма, только если убрать все спецэффекты. Нужно назвать, что это за фильм. Вот. Скриншот из фильма, только если убрать все спецэффекты? Да. Ну и фото там будет. Слушай, а арт-постеры, то есть это не классические постеры, да? Это что-то будет другое? Да, да. То есть это не... О, я выбираю. А, да, PLC выбирает. Трудности перевода за 300. Что это за фильм? Как он называется в России? Костя. «Мальчишник в Вегасе». Да. Я буду, даже если я не успел нажать, я все равно буду называть правильный ответ, чтобы зрители не подумали, что я такой тупой. Так, режиссеры за 300. Медленный, может быть. Так, назовите. Так. Блин, как быстро. Как да, быстро. Сразу, я вообще никогда не видел, чтобы так быстро нажималась кнопка. У меня просто не грузятся картинки сразу, поэтому я теперь буду на префайре. А она может в итоге не загрузиться. Так, трудности перевода. Да, это «Люди обманы». Да. Костя, вы, по-моему, разозлили Петра, потому что да, сейчас... Да, мне самому стало, знаешь, это когда в борьбе чувак долго делал вид, что вы на равны, а сейчас ты уже где-то между ног у него и на болевом. Я такой, бля, я думал, это равная битва, вообще нет. Ладно, постер 300. Так, ну, Петр. Сейчас погрузится. Это Джокер. Да. Эх, ну, Сергей, я видел. Я так тоже могу. Я сейчас буду тогда вот так. Режиссер за 600. Так, Константин. Ну, я сейчас тоже буду думать. Блять. Сука. Так, Константин, вы между ног у борца. Так, на прогулку я даже не посмотрел в итоге. Блин, ну кто это? Это кто? Но это, ну, мне почему-то казалось, что «Изгой» снял тоже Спилберг. Но это, видимо, не Спилберг. Михалков. Так, это юмор пошел. Сейчас мы его отвергнем. И так. Да, пускай будет снова Спилберг, я не знаю. Но это не Спилберг, потому что это прогулка. Да. Мекис, блин, точно. Это же этот кролик Роджер. Спилберг, скорее всего, продюсировал половину этих фильмов. Наверное. Да, чего-то не хватает за 300.
Константин. Ну, это, соответственно, матрица. Да, да. Так. Это было легко. Ну вот я сейчас нажму, чего-то не хватает за 600, да? А Петр такой, ну, начну трахать кнопку красную. И что? А я такой, ну, тоже попробую трахать красную кнопку. И что? Мне потом опять змейк испугает. А я такой, а мне нравится просто смотреть. Все жанры, все жанры представлены. Так. Чего-то не хватает за 600. Кто трахнет кнопку? Петр. Сумер. Да. А зачем это было быть именно этому чуваку, который реально... Это вообще бред. Я всегда задумываюсь о таком, типа, нахера, если можно просто вставить что-то. И режиссер такой, потому что ты, Волка, играешь, блин. Потому что ты получаешь зарплату. Вышел нахрен из трейлера, надел свой ебаный серый обтягивающий костюм и пошел играть Волка, блядь! PLC. Убойные каникулы. Да! Убойные каникулы. Ага. Вот так вот выходит. Ага. Я ушел в плюс, наконец-то. Обожаю этот фильм. Его я тоже вообще классный. А трудности 200. Так, это Петр... нам дал. Да. Слон Кроу, да. Давайте добьем трудности перевода. Так, это Петр. Конченая. Ее, да, ее сперва перевели как конечную, потом решили, что это кек. Вот так вот? Конченая? Ну, а чё, как бы? Арт-постер. Дикий перевод. Это что мы делаем в темноте? Реальные упыри. Это близко вот к этому. Арт-постер за 600. Так, Константин. Ой, зачем я нажал, не знаю. Так. Блин. Я знаю, пускай, о чем речь, пускай, но не знаю, что за стиль. Пускай это будет... блин, да нет. Это, но это про Джона Леннона, по-любому. Так, она, раз. Это будет она. Не знаю. Ну нет. Нет, Константин. Это так, «Малыш на драйве». Да. Блин, да, серьезно. У меня было два варианта. Я такой, ну, блин, не может быть «Малыш на драйве». Ну, у него разбитые. Ладно, я не смотрел. Я подумал, что слишком очки не такие, как у «Малыша на драйве». А он там разбил, по-моему, в какой-то момент линзу одну. Не, в любом случае, они какие-то в роговой оправе. У него там, типа, пилоты или что-то такое. Ладно. Режиссер за 900. Константин. Но это не Гайдай в итоге. Это кто-то другой. Ну, ну пускай будет Гайдай, но это бред. Ну все, это я проиграл. Данели. Нет, тоже не Данели. Да, блин. Итак, Сергей, будете ли вы рисковать 900 очками? Нет, конечно, у меня свои родненькие 800. Там какой-то не очень, по-моему, нет, известный режиссер, больше. Но Данелия «Джентльменов удачи» то ли писал, то ли еще что-то. Я ничего не знаю о режиссерах вообще. Там может быть фамилия Волков? Ну, похоже, на самом деле, вот, имеет отношение к Волкову. Зайцев, да? Александр Серый. Точно. Так, Петр. Ну, давайте Симпсонов начнем. Хотя это, конечно, да, страшно. Давайте. А что нужно? А, название фильма, в котором здесь пародируется. Ну, это Рик и Морти пародируют «Кошмар на улице Вязов». Да. А почему Симпсоны? Ну, ладно. Это мем, типа, видимо. Да. Так, Константин. Пускай, да, уже было Симпсонов за 600. Константин. Сейчас я не знаю, зачем я нажал. А, слушайте, это этот. Шоушенка пародирует семьянин, Family Guy. Побег из Шоушенка, стопудово. Да, точно, да. Ура. Фух.
Так. Я не понимаю, а где Петр нашел 11 тысяч? Только не было в игре. Ладно. Я еще после второго раунда занес немножко. Понял, все, вопросов нет. За 900 уже было Симпсонов. Так, Константин. Это психа из Симпсонов. Ну это стопудово, блядь. Как нет? Нет, это криминальное чтиво, где он... Подождите, стоп! Вы... Алло, так дела не делаются, а криминальное чтиво пародирует психа. Вы чё? Петр, скажи. Петр, ну ты шаришь. Ну, вот сейчас это не в криминальном чтиво. В криминальном чтиво омаж на психа. В криминальном чтиво омаж на психа. Хорошо, что я все это вырежу. Сергей, так, у вас немного там с интернетом подлаги. А, вот, вроде все. Все. Это я просто внимательно слушал. Ну, Петр, ну согласись. Ну можно накинуть всем по 900? Петр пошел, я понял, как идет Петр. Понятно. Я их сдерживаю. Петр, ну 900 очков нужно отстаивать. Выбирай. Ну ладно, давай, чего-то не хватает 900. Так, Константин. А порядок картинок такой? Не хватает совести у Петра. Это гравитация. Это гравитация. Ну, блин, ребят, это факт, это факт. Тарантино... Я сказал ему, дайте Косте 900 очков. Что? Знаешь, что-то я только сейчас услышал. Не надо мне вот этого, вот. Нет, слушайте. Может быть, это... Нет, ну, я уверен практически. Но я, если честно, не знал, что в криминальном чтиве... Я, знаешь, за коробку стал переживать. Может быть, там не было коробки. Но, Петр, ты же понимаешь, о чем я говорю? Когда она выезжает из города... Я очень смутно помню. Ее начальник... Ее начальник переходит дорогу и смотрит на нее. Да. А что-то как думал... Нормана Бейтса зовут, ты не помнил. Как не, ты я такой? Всегда... Что ты говоришь? Как ты мог не помнить имя главного героя, но помнить такие факты, как она выезжает из города? Ну, я вообще-то удивился, когда я забыл, что это Норман Бейтс. Потому что... Ладно, этому... зря быканул, извиняюсь. Константин, выбирай. Слушайте, это скорее для дискуссии, потому что правда интересно, потому что мне это привиделось с детства, что это... Ну, вы поняли, короче. За 1200 уже было в Симпсонах. Блять. Я точно знаю, что это Джон Кьюсак. А, как фильм... Да так не бывает. Как-то фильм вылетел из башки. Но это Джон Кьюсак. То ли это вот эти свечи, то ли этот... Блин, это за сколько? Ну, за косарь? За 1200 евро. Верно мыслишь. Ну, свечи там какие-то. 50 свечей, 40 свечей, что-то такое. Ну, все. Могу, конечно, спросить у остальных игроков, за главного актера мы дадим баллы человеку или нет? Да не, ну это культовая сцена, я забыл название, как он называется. Не помню. Как он называется? Так. Давай уже. Ну ладно, нет. И как угодно. Я думаю, никто из нас тоже не ответит, скорее всего. Серьезно? Да. Это что-то за границами памяти. Да, ну нет, это, блин, это очень знакомое. Ну, я рассчитывал на то, что ты вспомнишь название фильма, или хотя бы хоть слово оттуда. Но нет, вот в названии свечей не было. Нет, значит, что это? Почему? Что-то причины ненависти, не знаю, что это такое. Я уже гуглю. Ну, я так откровенно говорю. Нет, я уже все равно сказал, что... Скажи что-нибудь. Да. Прекрасный фильм. Так. А я теперь снова? Да. Чего-то не хватает за 1200. Константин. Это этот Алиса в «Стране чудес» или в «Зазеркалье». Да. В этом варианте. Ну, попробуем. Самый дорогой, чего-то не хватает. Так, Петр. Я вслепую нажал. Наверное, учитывая, что там какой-то более-менее современный сеттинг, это «Планета обезьян». Да. Ну, это «Восстание». Ну, как... Блин, прикинь, это тот же чувак, да, который из этого, из «Властелина колец»? Да. Ну, кстати... Ну, давайте «Симпсонов» за полторы. Да, я не знаю, я просто нажал, я видел, как у Петра получается.
Всегда, когда он нажимал, я тоже знал. Блин, у кого две башки? У кого? У кого? Так, что это? Так. О, слушайте, а может это просто этот чернокнижник, да? Может это быть? Нет. Зита и Гита. Зита и Гита какая-нибудь. Что, что просто... это вообще? Да, это не Стюарта Литла угадывать, типа... конечно. Это к какому-то фильму ссылка, да? К какому-то да, фильму? Да, да. Ну, у кого? У меня в голове фильм «Сестры», но я уверен, что его никто бы не стал пародировать. Он тоже сиамских близнецов. Ну, сейчас мы уже узнаем правильный ответ, и правильный ответ – нечто с двумя головами. Ого. Что за дичь? Так, Петр. А, я выбираю. Ну, да. Давайте от постера сделаем. Так, Константин. Одержимость. Да. Давайте. Ну, я был рядом. Следующие постеры. Так, Петр. А, по-моему, я вот и попал в эту ловушку. А, сейчас. Это, наверное... Наверное, это Курт Рассел. И, по-моему, в названии фильма есть Нью-Йорк. Или... Ну, я не помню, как фильм называется. Ну, тут точное название фильма нужно. Змей. Давай, секунд 10 у тебя. Нейк, вот он. Да-да-да-да-да. Пять. Снэй, как-то змей. Да, змей, но и что-то с Нью-Йорком. Не-не-не, почему змей-то? Нет. Там не змей. А, Петр, Петр, есть ответ? Может, вообще не... Ладно, покидай Нью-Йорк, нет. А, ну, нет. Как героя звали? Так а что мы называем? Мы называем фильм? Название фильма, да, да. Константин. Может, это побег из Манхэттена? Побег из Нью-Йорка в итоге? Да. Почему я подумал Манхэттена? Ну ладно. Все, арт-постеры. Так, Кость. Это большой куш. По-любому большой куш. Фу. Да, так и есть. И там два, да, осталось. Два. Ну, режиссеры за 1200. Ну, Куросава, наверное. Ну, вот так вот это делается. Стыдно, я 7 самураев забыл. Так, и последний, последний вопрос. О, это Марк Уэбб, да? А, да! И после трех раундов у PLC 800 очков, у Кости 8800 очков, и этот, как его, имеет на своем счету 15400 очков. Сейчас будет финал, да, сейчас вы можете удвоить сумму на своем счету, а можете потерять все. А, смотрите, убирайте по очереди по одной теме, которую вы, вам ну, не нравится, которую вы точно не хотите вот, играть, PLC. Так, цитаты, все. Константин. Угу. О, сложно. Так, PLC еще убирает. Угу. Ой-ой-ой. Так, персонажи или просто космос? Петр выбирает. Да, ну и дела. Ну, давайте поиграем персонажей. А сейчас делайте ваши ставки. Да. Ну да, с космосом там было. Поограниченнее. А что надо сделать? Ставочку, ставочку внизу там у тебя должен ползунок появиться. Вот. Или циферками напиши, или ползунком, как угодно. И надо нажать Enter или отправить, как-то так там будет. В общем, все, да, все поставили. А два главных героя данного фильма получили свои имена в честь режиссера Мартина Бреста «Запах женщины» и сценариста Руди Вёрцеллера «Маленький Будда». Назовите этот фильм. Название фильма, в котором два главных героя были названы в честь этих людей. А напишите, там у вас внизу должна появиться строка, и нажмите Enter, чтобы отправить.
А, все ждут ответ какой-то? Нет, ну, нужно написать ответ внизу. А. То есть сейчас письменно как бы работаем. Так, Константин прислал. Может, я поторопился? Я думал, там время заканчивается уже. Ну, осталось так-то секунд 20. Так что, Петр и Сергей, успевайте. Так. Секунд. Да, 7. Сильно. Секунд 7 Думаю, осталось. Думаю, я не справился. Ну, сейчас мы узнаем ваши ответы, да, и ваши ставочки. Вот время закончится. Пришло время узнать, что же ответили. PLC, горько. Ну, к сожалению, это неправильный ответ. Я думал, это правильный ответ уже озвучил. Какая ставка? Ну, ставка была 800, у PLC остается 0. А Костя, ответ назад в будущее? Нет, неправильно. И какая же ставочка у Кости? 8000, остается у него 800, вот так вот, да. И этот, как его ответ, смертельное оружие? Нет, ребят, никто не ответил, к сожалению, правильно. И сейчас мы узнаем имя победителя. Ну, побеждает. А вообще, да, фильм-то был «Достучаться до небес», ё-моё. Мартин и Руди-то там были. Как-как? Руди Фёллер же тот, который один из них. Руди Фёллер — это футболист. А тот как? А тот... Ну, я не помню, ладно, как его. Итак, побеждает у нас этот, как его, у него 12 400 очков. На втором месте Костя, 800 очков. На третьем месте PLC с нулем очков. Но, как бы, с честью и достоинством. Но мы все знаем, что виновата Йота. Да, поздравляем Петра с уверенной победой. Вот. Спасибо вам большое за игру. Можно, ну, кратенький отзыв, да, там, что как, понравилось, не понравилось. Ну, скажите, пожалуйста, что понравилось, иначе... Очень понравилось. Давайте так собираться каждый вторник. Откуда вы все вот это знаете? Ужас. Не, ну, это полезно, полезная игра. Сразу чувствуешь, что ты ничего не знаешь на самом деле. Ой, Петр. 12 400 очков. Ты просто... Вот Петр, на последнем Петр, вопросе я остро это почувствовал. Да, да, что? Поздравляем Петра, кандидата в мастера спорта по боксу, в том, что он выиграл в боксе, собственно. Ну, аналогия такая, понимаете? Ну, как бы, собственно. А кто должен был выиграть, Петр? Дрянь ты такая вообще. Неплохо, неплохо. Прикольно, прикольно поиграли. Готовы ли вы когда-то сразиться еще раз в моей игре? Да, да, только можно теперь... не про кино, чтобы я мог спокойно ложать с чистой стороны. Звучи как начало фильма «Пила», но... Сериалы по СТС, чтобы была тема, да? Чтобы вы жестко отсосали все. Хорошо? Желательно папины дочки непосредственно. Извините. Не, прикольно. Можно еще раз про кино? Да, прям так. Ну а что? Только Петра не звать, а так все отлично. А Петр теперь в футбол хочет, да, сыграть? Да, да. Вот там я смогу спокойно уйти в минус и вообще не волноваться. Не надо ничего доказывать. Спокойно сидишь. Так ты, по-моему, сегодня тоже вообще спокойно сидел. Там вообще только нажимаете на квадратик. Там вся была интрига, между прочим. Не, ну так-то да, так-то да. Ну, вы знаете, вот не так-то часто все три игрока выходят в финал, потому что если тот, кто имеет отрицательное значение очков, тот не выходит в финал. Да, но сегодня все вышли в финал, показали, на мой взгляд, достойнейшую игру, потрясающе отвечали на все вопросы, пару раз смешно зафейлились, ну, как бы, а что тогда людям еще в комментариях обсуждать, если не это? А вот, спасибо вам большое, действительно, за игру, прям меня это очень порадовало. Спасибо сегодня тебе, Влад. Спасибо. Давайте похлопаем Владу, что он нас всех собрал. Влад так не реагирует на аплодисменты. Ну так и не аплодируют, если ты хотел как-то искреннюю реакцию показать. Да? Влад! Блин, ну спасибо, тогда я вам тоже аплодирую. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Да, собственно говоря, тогда мы попрощаемся с нашими зрителями. Да, спасибо вам большое, что вы посмотрели, лайкнули, репостнули, откомментировали. Сделали все. И подписываем новый трек «Боевики с Анакондас». Обязательно слушаем трек. Подписываемся на канал «Киноогонь» и «Пожарная команда». Подписываемся на канал «Funny Stuff». Приходим на серьезные разговоры.
11 в Петербург, 16 в Москве, 22 снова Петербург, в Москве 27, в Казань 29, 31 в Екатеринбурге. Ты что, реально встал уже по городам совсем? А что нет? Я думал, это только в Москве. А теперь, кстати, Костя, сравни, как вот звучало, да, как я это сказал, и если бы я это сказал так, ну подписывайтесь на канал Funny Stuff, да, смотрите. Я просто заглядывал, мне тут прислали, и я поэтому, ну, я не знал даты. Ну ладно, придем тогда, ну, хорошо. В Москву 16-го, пожалуйста, москвичи, 16-го. 16-го в Москве. И еще за Казань переживаю, да, 9-го? Извини, Влад, еще 29-го в Казани, пожалуйста, давайте соберем клуб. Давайте соберем клуб. Соберите все. Клуб и поставьте там песню PLC Anacondas боевики. Прошу у вас. Я сделаю это, Сергей. Я это сделаю. Выйду под него. Скинь под него можно выйти? Под него можно выйти? Он такой бодрый? Очень. Все. Нет, блядь, боевики там, ну, вот реально, блядь, любовная история. Ну, Константин, ну, явно, когда люди называют трек боевики, там по-любому круто. Ну все, тогда, в общем, всем пока, уважаемым зрителям. Реально, ну, пожалуйста, выведите это видео в тренды, чтобы я стал зарабатывать много денег. Все. Много прошу? Нет.